Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это снова Боги Арены, и у нас новый персонаж Клеопатра, которую я недавно выбил, к сожалению, только одну трехзвездочную, но все равно давайте почитаем о ней. Клеопатра, царица Нильская, одна из величайших правителей под солнцем. Легенды о ее подвигах разнеслись далеко за границы ее царства, прославляя ее как женщину, презирающую человеческую смертность. Эта холодная и расчетливая воительница, наделенная неземной красотой, доверяет в правлении совету правицев и оракулов, но многие верят, что это лишь ширма, на самом деле ее ведет сам Ра. Вот такая вот у нее биография, давайте посмотрим связи, соратники, естественно же у нее Юлий, он же ее все-таки любил, а также лидерство Ра. Отлично, навыки, значит, порабощение, все атаки 6,6% шанса. Понизить атаку и перерост ярости противника на 14,5%, нехило, то есть силу он и ярость будет меньше значительно набирать. Бешенство, все атаки, 5,75% шанс увеличить атаку на 11,5% на 10 секунд, неплохо. И переливание, то есть мы сможем немножко пополнять жизни. При любой ультра 26,8% шанса отнять у врага 5,6% от здоровья воина. Это до 100% атаки. Ну, неплохо. И секретный навык, который, к сожалению, у меня закрыт. Владычица закрыта. При любой ультра 25% шанс снизить урон средней атаки врага на 25%. Эффект владычица длится 8, 10, 12 секунд. В зависимости от ультра атаки. То есть, если первая атака у нас 8, вторая атака 10 и, естественно, третья ультра 12 секунд. Ну, отлично. Я ее уже немного прокачал, давайте же мы перейдем в особые акции. Сначала сразимся с этой воительницей и владычицей. Так, здесь у нас мумия кого-то, мумия полубога. Посмотрим, что нас тут ждет. Так, у меня тут Прометей. Прометей я, кстати, прокачал, нехило. Об этом будет следующее видео, вы поймете, почему у него так много сейчас очков мощи. Так, а против нас как раз мумии Ипполиты. Но странно, почему-то у нее звук-то мужской. Я имею в виду голос мужской. Эти вы и так далее. Но мы завалили ее достаточно легко. Дальше движемся. Возьмем Персея. Лечить, не лечить, давайте не будем лечить, фиг с ним. Убьют, так убьют, ничего страшного, я другими персонажами довалю ее. О, какая ты опасная девочка. Аккуратней, дорогая. Ты еще не знаешь, с кем ты связалась, я твою сестру завалил. Серьезно. А вот так ты не хочешь? А теперь ты сейчас получишь очень много ударов. Мечом моим. Отлично. Ну, видите, мы даже его не лечили панацеями. Он достаточно сильный перс и вынес он дадзи. А теперь мы будем биться против Клеопатры. Отличная работа. Мне понравилось наблюдать за вашим сражением. Что скажете о битве с самой царицей Нильской? Я с удовольствием с тобой поборюсь, дорогая моя. Так, возьмем давайте дадзи. Девочки будут сражаться сегодня. Ну что, вот наша красавица, девятихвостка. Ну странно, я что-то больше пяти хвостов не насчитал. И вот она, царица. Ах, какая пантера. Точнее, ягуар. Пантера — это просто разновидность ягуара. Царица Нильская, успокойся-ка ты. Разошлась-то как. Ты мои еще спецприемы не видела. Вот, неплохо, неплохо. Ну все, тебе пора спать, дорогая моя. Ох, как она мило смеется. Но на самом деле это опасная женщина. Ну что? Что там нам дадут? Какие ништяки? Угу, одну сферу, значит, с самой царицы Нильской. И так нехило тут всяких кровей нам дали и энергии. Круто, круто. Еще плюс сундуки сейчас откроем. Сундуки вообще на сундуки не похожи. Ну, тут нехило, нехило нам добавилось. Отлично. Что ж, давайте перейдем в храм.
Там есть у меня три сферы Ра. Попробуем их раскрыть, посмотреть, что там есть вообще. Будем открывать сразу. И нифига мне Ра не выпал. Грусть, печаль, огорчение. Вот так вот в этих сферах, к сожалению, не выпадают крутые персонажи. Давайте эпические сферы 10 штук откроем. Посмотрим, кто у нас здесь выпадет. Вау! Вы видели это, да? Четырехзвездочный, значит, у нас Вулкан, четырехзвездочный Ахилл. И все, да? Ну, блин, два персонажа с 10 сфер, это очень круто. Я прям рад. Не, улучшать мы не будем. Давайте отправимся в храм, посмотрим, что у меня здесь еще. В конце, конечно же, есть Грозная Царица. А также есть Добродетель. Вот эта сфера дается после того, как вы наберете определенное количество очков, так скажем, в Союзе. Позже я вам покажу, где это набирается. Хотя давайте прям сразу покажу. Перейдем в Союз и заодно исключим бездельников. Итак, вот заходим в помощь. То есть помочь всем. Когда мы наберем 25 помощи, так скажем, а у нас будет еще одна такая сфера, в которую может попасть Хронос, либо Аид. Вот Аиды я бы очень хотел получить. Так, давайте наем посмотрим, кто тут у нас. Есть люди, которые тоже хотят попасть в Союз. Давайте перейдем в участники. Есть очень активные участники, а есть очень пассивные. Даже я так часто не играю, но я, понятно, я лидер все-таки, и мне хочется еще и в другие игры порубиться. Итак, смотрим, кто у нас тут бездельники. Эти молодцы. Так, Роман, че бездельничаем? Вроде такие нормальные. Костя вот тоже бездельник. Давайте в каждом видео мы будем по одному человеку выгонять, потому что есть реально люди, которые часто играют и хотят вступить в мой союз. Поэтому, Костя, ты извини, дружище. Но я думаю, ты создашь свой крутой союз, и мы обязательно с тобой еще поборемся где-нибудь. Так, и давайте кого-нибудь наймем. Вот у нас Колексит какой-то есть чувак. Давайте примем его. Я надеюсь, он будет упорно бороться. Ну а в следующем видео мы выгоним еще одного бездельника. Так, давайте перейдем, значит, в PvP-битву сначала. Протестим нашу прекрасную в бою против других олимпийцев. Вот она. 433. Я ее сейчас прокачал. Мне осталось только ранг на второй повысить. Итак, у нас... Блин, Афина слишком слабенькая. Ну ладно, ничего. Посмотрим хотя бы первый и второй прием. Ох, как она красиво появляется, действительно царица. Немножко с запозданием почему-то был щелчок. О, девочки, сегодня прям бои девочек. Ну давай. Ох, классно. Ох, ты мне не дала сделать свой козырный приемчик. Давайте-ка сильный вот так вот. Ну, не особо он круто у нее выглядит, но блин, как она двигается, это достаточно... эффектно выглядит. Давай, родная, давай. Второй приемчик. Вау. Класс. Зачетно. То есть у нее, блин, лук есть. Ё-моё. Круто, круто. Что ж, давайте перейдем в особые акции сейчас. Выберем, наверное, серебряную дорожку. Потому что в дальнейшем для прокачки нашей прекрасной Клеопатры нам понадобятся серебряные нектары. Так, где ты, наша? Красавица. Че, я пролистал, да? Пролистал? А, вот она, блин. Не вижу, вообще ослеп. Что ж, давайте двигаться дальше. Ну как-то странно, она спиной так стоит. И будем биться против Массинисы. Но потом пойдем направо. Выберем, так скажем, сложный путь для развития. Ну что, Массиниса, сейчас ты будешь отхватывать. Вот так, давай-давай, бей его. О-о-о. Ну, она, знаете, такая длинноногая модель практически. Ух ты!
Не ожидал я вот этого поворота событий. Ух. Давай, давай, Клеопатра. Ну, быстро она завалила, я даже ни одного приема не успел произвести. Хотел просто третью ультру накопить, но, к сожалению, не получилось. Что ж, движемся дальше, и у нас тут циклоп. Нет, не хочу я играть Прометеем. Сейчас мы немножко вылечим нашу Клеопатру и попробуем все-таки ей навалять циклопу. Ну что, циклоп? У, черт, а у него жизни вообще практически не отбавляются. Обалдеть. Циклоп, поаккуратней, ты все-таки девушку бьешь. Своей здоровой дубиной, fucking shit. Вы видели, какое тупое просто лицо было у Клеопатры, когда она в глушении была? Ну что, циклоп, я хочу на тебе испробовать третий приемчик. Можно? Ух ты! Черт, с два. Ну все, пора. Вау. Ух ты, классно. То есть они вместе с пантерой нападают. Только не оглушение. Отлично, у нас есть еще шанс выиграть в этом бою. Давай, давай, клевая. Давай, давай, родная. Да, теперь первый прием. О, черт. Завалил нас циклоп. Ну ничего, сейчас мы восстановим ее, возродим из царства мертвых. Амброзии у меня радует, что очень много. И все-таки надо отомстить за себя убитую. В бой. Привет, циклопушка. Думал, ты меня замочил, да? Но ничего, у моего олимпийца есть амброзия, которую он меня восстановил. Вы видели, да? Такое наитупейшее просто лицо у Клеопатры. Ну, забавно это очень выглядит. Ну и глазище у нее. Глазки, ах, прям бы утонул там. Ну что, двигаемся дальше, и дальше у нас... Атлас. Всемогущий. Здоровяк. Так, давайте снова панацею используем. Ну, попробуем надрать ему здоровенную его задницу. Вот так, не ожидал, да, Атлас? Думал, я такая маленькая. Тебя я не смогу завалить. О, черт! Это было больно. Иди сюда, куда ты убегаешь? Давай, давай. Главное, нам вовремя все приемы использовать. Ох, блин, все-таки выстрел из лука мне очень нравится. Прям привет из Mortal Kombat от Кунзыня. Во, давай, 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 клевая патра. У тебя все получится. О, нет. Ну все, блин, Атлас, я тебя завалю. Вот так тебе. Тише, тише, тише. А теперь он будет применять... О, есть. Урвали мы от него. Получай. Не ожидал, да? О, нет, о, нет, о, нет. Ух. Все, умотали. А теперь давай добьем его. Киса, киса какая злая. Класс. Вот эта пантера меня, честно, тоже очень удивила. То, что она участвует, так скажем, в сражении. Так, давайте мне Клеопатру. Не нужны мне эти Прометеи обыденные. Мы ими уже боролись. Видео вы можете также найти на моем канале. Их очень много. Так, Талос и Клеопатра. Ну что, давайте поборемся. Еще один бой, я думаю, и можно будет закончить данное видео. Ну что, Талос? Не ждал, да, что такая маленькая девочка тебе начнет надирать большущую твою задницу, которую собрал вулкан у себя там в вулкане? Кстати, да, это...
арену вулкана, я так полагаю. Ну чё ты вот? Давайте еще разочек посмотрим на третий прием. Уж больно он мне понравился. Блин, она по-любому в фитнес куда-то ходила. Чё ж ты меня не атакуешь своим третьим приемом-то? А? Ух ты! Тихо, тихо, тихо! Держим, держим удары, Клеопатра. О, черт! Блин, а вот это я прям нарвался. Ты еще и жизнь восстанавливаешь. Блин, киса вообще классно вылетает. Ух, тихо, тихо. Вот так, отлично. Киску? А, нет. Ну, второй прием успели накопить, надо же. Зачетно, зачетно. Кошара прям вообще в тему. Ну вот мы и посмотрели на Клеопатру. Спасибо всем, дорогие друзья, за просмотр. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забываем оставлять комментарии. Всем пока.